Добрый вечер. Итак, очередная посылка от Басклаба Юрика. Думаю, что здесь еще один насос, как и обещал в прошлом видео. Все-таки я приобрел такой насос для себя. В первом видео я делал обзорчик небольшой. Там будет внизу ссылочка на то видео. Это должен быть такой же. Сейчас увидим. Так. Сразу сверху вот инструкция на него. Долго он ко мне ехал, конечно, 2 месяца, но все-таки приехал с этими проблемами. Проблемами вирусными и проблемы с перевозками грузов. Груз долго стоял на растаможке. Все пусто. Так, все. Комплектация. Такой же зип, мембранки предохранительные. На 300 очков они срабатывают, их пробивает. Так. Фильтр. Фильтр на месте. Шнурок такой шелковый. Сейчас его сразу включу, проверю, без всякой подготовки, безо всего. Прямо из коробки буду включать. А потом, наверное, я все-таки его разберу. Мне интересно посмотреть, как он устроен. Что там смазывать надо будет, какие необходимо будет части менять. Возможно, спрашивал тут один товарищ, где взять на него зип, посмотреть, может, какие резинки, уплотнения там, сразу замеры снять. Так, фильтр, ручка, автомат. Все работает. Так, спускник. Да нет. Шприц со смазкой. Зип, пока это все убираю. Вот питание у меня уже был свой, приобретенный ранее на Алишке. Поэтому я Юрия не стал его брать, хотя можно взять и у Юрия. Так, мне же нужен штуцер. Так, где у меня штуцер? Пробочка. Так, а где у меня штуцер? Надо было штуцер приготовить. Пойду штуцер принесу. Так, там под крик. Короче, штуцер я так и не нашел. Пришлось новый вот выточить. Сейчас буду закачивать баллон 2-литровик. Двухлитровый баллон Гера.
Ну вот сейчас 190, буду качать до 250, время засечем. Время, поехали. 51 минута, погнали. Так, включить же надо. Сеть включить. Без этого не получится. Ну вот где-то получается с перерывом на то, что постыл компрессор, получается так, 52 минуты, ну 35 минут от 180 до 260 докачиваем 2-литровый баллон. Это для тех эмрадов, которые спрашивают, за сколько накачают им компрессором 6-литровый баллон. Ну, этот компрессор предназначен не для докачки баллонов, а для добивки, для забивки резервуара винтовок. Так что для забивки баллонов есть специальные службы, куда можно обратиться. Есть другие компрессоры, которые можно забивать баллоны. А это чисто для... Это замена насоса. То есть это вместо ручного насоса этот компрессор. Для большего его использовать как бы... Ну, можно, конечно. Можно. Почему нет-то? Если вы готовы ждать полдня, чтобы забить 6-литровый баллон 6,8, то извините меня, можно и ручным насосом, кстати, забить. Только сколько вы будете качать, месяц, два, с перерывами? Вот как-то так.